В Ленске утвердили поправки в бюджет. Основные из них связаны с реконструкцией и ремонтом зданий. В частности, изменения коснутся и Дворца культуры юности, Центра дополнительного образования СРГ. На эти цели из бюджета Ленского района утверждено 22,5 миллиона рублей. Летом этого года начнется долгожданная реконструкция здания бывшей аптеки номер 10 под социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Она обойдется в 22 миллиона рублей. 14 же миллионов получат население на ремонт ветхого жилого фонда. Глава района принял решение о помощи нашим поселениям. Издано распоряжение о поддержке поселений Ленского района. 14 миллионов по миллиону сельским поселениям и по 3 миллиона для городских поселений.